в порядке? Да. Куда едем? Сейчас. Алло. Алло, Валер. Слушай, встретиться надо срочно. И тебе доброе утро. Куда ехать? Я сама сейчас к тебе подскочу. Так у меня дома наш начальник сейчас в душе моется. Я не думала об этом. Так, хорошо, давай тогда в кафе возле твоего дома. Я буду где-то через полчаса. Адрес только мне скинь, я не помню. Заметано. Ир, точно все нормально? Да, просто узнала кое-что интересное. Адрес. Ты куда? Пойду, сладенького тебе куплю. О, Валера, я с тобой. Я умею ходить в магазин без взрослых. Ну, скучно. Ну, потерпи. Вернусь, в шахматы с тобой поиграю. Ладно, я тебе мат в три хода поставлю. Вот и молодец. Здравствуй. Ма, прости меня. Иди раздевайся и проходи. Ну, что скажешь? Поляков, ты меня пугаешь. А с чего это вдруг Хабаров и Томский кинулись тебе помогать? Подобрать я душевное. Валер, ну тебе причина нужна или результат? Краснову я что скажу? Правда. А что? Что он меня начальству сдаст? Ладно. Ирка, я хочу, чтобы ты знала. Это я тебе Дашке сдал. Случайно. Проговорился. Я не знаю, как это получилось. Извини. А уж нашла она тебя как-то сама. Понятно. Ну что, она права. Лучше сразу отрезать, чем жить во вранье. Ну, ты, конечно, болтун. Фу. Слава богу. Я думал, ты меня прибьешь. Это мне невыгодно. Кто мне прикрывать будет перед начальством? Чего ты такая помятая? Напилась вчера. Ты за рулем? Подвезти тебя? Спасибо, меня отвезут. Ты мужика же подцепила по пьяни? Ой, ладно, это друг. Это я у тебя друг. Так, Полуянов, занимайся расследованием, держи меня в курсе. А в душу мне не лезь, ясно? Сынок, ты бы сказал, что ты приедешь, я бы приготовила что-нибудь, ну, посущественнее. Да все в порядке. Подожди, у меня есть пирожные, Лена вчера принесла. Мам, ничего не надо, садись. Ты простила меня? А я на тебя не обижалась. Я бы на твоем месте обиделся. Скажи, а ты знала, что у отца есть любовница? Догадывалась. Я когда увидел, я ненавижу ее. Сынок, послушай, мы не идеальные родители, но мы вас очень любим. Да, отец, он часто бывает несправедлив. Но за каждого из вас он будет стоять горой. Ну, все люди в жизни делают ошибки, это нормально. И вы обязательно наделаете своих. Ну, правда. Как бы мы с отцом ни старались вас от этого уберечь. Но мы семья. И мы самые дорогие друг у друга люди.
Валер, посмотри повнимательнее. С удовольствием. Ну все, на связи будем. Давай, хороших выходных. Много не пей. А. Едем? Ну что, куда едем, мэм? Можно домой. Туда, где пусто и одиноко? Давай по городу погуляем. У меня есть предложение поинтереснее. На дачу. Впереди 2 выходных. Ну, не знаю. Ир, как ты уже убедилась, со мной за свою неприкосновенность можешь не переживать. Да мне стыдно до сих пор. Ну, значит, загладишь свою вину и пожаришь для нас мясо на мангале. Нет, я не умею. Хорошо, тогда будешь меня развлекать, а это делать буду я. Ну, поехали. Там очень хорошо. Тихое место, свежий воздух. Ну, поехали. Только мне все равно домой нужно заехать, переодеться. У тебя есть час на сборы, пока я закупаю все нужное для нашего пикника. А сладкое где? Я тебе кое-что получше принес. Ты личность взрывника установил? Как? Да вот пока шел, думал, чего ж тебе наврать? Ну, уж скажу, как есть. Это Полякова мне дала. Ты с ней сейчас встречался? Угу. Ну и как она? Да она-то отлично. Про меня не спрашивала? Нет. Слушай, вы как на работе общаться будете? Нормально будем общаться, как всегда. Ну ладно, хорошо, если так. Так, ладно. А Полякова где это взяла? От Хабарова подгон. Да ладно, они общаются, что ли? Ну, выходит так. Я тебя прошу, давай только без нотации, ладно? Скажем начальству, что сами это нарыли. Да не в этом дело. Ей сказано не лезть. Это может быть опасно. Что она все равно будет этим заниматься. Потому что это касается ее семьи. И ты бы точно так же сделал, и я. Несмотря на какие угрозы там начальства, кого угодно. Поэтому давай лучше будем знать, куда она лезет. Тогда сможем вовремя прикрыть. Может, ты и прав. Привет. Здрасте. Маш, вот это подарок для Егора. Не знала, что ему подарить, и решила часы. У него есть, наверное, но, может быть, эти понравятся. Вам плохо? Да нет, я просто волнуюсь, очень переживаю. Тетя Рит, я тогда Егора вызову на улицу, чтобы при его друзьях не объяснять, от кого это подарок. Это ему, может, не понравится. А вы как раз на него посмотрите, как и хотели. Угу. Я только со стороны, вот как мы и договаривались. Я тогда пойду, а вы подъезжайте. Угу. Спасибо тебе. Пока, Маш. Пока. Привет. Привет. Слушай, а почему у вас тут полиция дежурит? Чиновник какой лечится? Да нет, журналист один питерский. На него напали, он без сознания. А как фамилия? Может, я знаю? Березин. Борис Березин? Ты что, его знаешь? Ну, он пару статей писал про нашу компанию, на тусовках пересекались. А что с ним? Я не в курсе. За ним какие-то бандиты охотятся. Да, вот это Боря влип. Только от этого патруля толку мало. Бандиты через окошко могут. Так возле реанимации 2 полицейских дежурят. Они там постоянно.
Бедный Березин. Да уж. Ну ладно. Куда едем? Ну, музеи сегодня открыты. Ты же хотел. Тогда по стандартной схеме. Краеведческий. Привет. Привет. Ну а что ж ты мог своими ключами открыть? Ну, просто уже как-то неудобно. Раздевайся. Можешь не разуваться. Да не, я разуюсь. Если хочешь, я могу тебе твоей уткой любимой угостить. Да ладно, чего утку для меня приготовила? Ну почему для тебя? Я всегда делаю утку по выходным. Просто ты забыл. Слушай, держи. Давай я сейчас тогда поднимусь, соберу кое-какие вещи, там бумаги, а потом сядем, пообедаем, поговорим. Хорошо? А ты не за рулем? Нет, я с водителем. Понятно. Не, конечно, поднимайся, бери все, что тебе нужно. Я думала, у тебя здесь дом, а это действительно дача. Что, не нравится? Уезжаем? Да нет, наоборот, я люблю такие старые дачи. Что-то в них есть теплое. Да, я купил ее у потомков какого-то ученого, сделал ремонт. Тут весь поселок такой. Компания Orion Land со своими новомодными коттеджами сюда пока не добралась. Не любишь ты крупный бизнес, про который пишешь? Нет, почему? Просто в зарабатывании денег нет ничего плохого. А свои деньги я зарабатываю честно. Ну, показывай, что там у тебя. Прошу, располагайтесь. Я забыла совсем. Я с мамой сегодня договаривалась погулять. Наверное, сейчас ругаться будет. Ну, ты скажи ей, что ты со мной, и она сразу перестанет ругаться и благословит тебя. Я пока из машины вещи заберу. Да. Алло. Ирина. Мама, прости, пожалуйста, я забыла тебе позвонить. У меня просто столько всего произошло. Так, ты меня только не пугай. У тебя все нормально? Ну, у меня две новости. Во-первых, мы расстались с Красновым. А почему ты молчишь, мам? Ты не рада? Ну, что значит рада, не рада? Если тебе плохо, я поддержу. Да мне как-то, как будто все равно, я даже не ожидала. Наверное, ты была права, и мы сошлись случайно. Просто, может, обстоятельства так сложились. Ну, вот и хорошо, что ты это поняла. А вторая какая новость? А сейчас я на даче у Соколовского. Серьезно? Слава богу, Ирин. Я так рада, что ты сделала правильный выбор. Да я не сделала выбор. Просто я приехала в гости. Павел... Прекрасный человек. Да. Вот этот мужчина, который тебе действительно нужен. Да ты сама все знаешь. Ира, я так хочу, чтобы ты была счастлива. Слышишь? Спасибо, мам. Так, не задерживаю. Все, целую, пока. Пока. Лен, ну, все, я... Вещи собрал, отнес. Можем обедать. А сейчас. Ты что, это все пьешь? Доктор прописал. Не нашел. Что не нашел? Да запонки, помнишь, у меня были из белого золота? С черным бриллиантом? Угу. Они же тебе не нравились никогда. Ну, а теперь нравятся. Не знаешь, где лежат? Посмотри, пожалуйста. Посмотрю, вино открой пока. Угу.
Давай я тебе помогу. Вы, женщина, не мешай. Мясо — это мужское дело. Ну, мне скучно просто так сидеть. Ну, включи музыку, потанцуй. Вот. Ир, ты у меня в гостях. Так что расслабься и отдыхай. Готовка с меня, а с тебя хорошее настроение. А у меня уже? Ну и прекрасно. Еще можешь посмотреть дачу и выбрать себе комнату. Пока не хочу. Танцуй со мной. Прямо так? Да. Танцуй. У меня в руки. А ты без рук? Парни, спасибо, что пришли. Да, да. Егор. Ладно, мы тебя внутри ждем. Давайте. Привет. Чего стоишь, пошли? Да нет. Стесняешься моих друзей, да? Вот еще. Это тебе, от меня. Спасибо. А это... Ты только не ругайся, пожалуйста. Почему я должен ругаться? Это подарок от твоей мамы. От кого? От тети Риты. Я сейчас не понял. Вы общаетесь? Я нашла ее. А зачем? Потому что я твоя сестра, и я переживаю за тебя. Переживаешь за меня? Именно поэтому ты решила мне испортить праздник. Ты любишь маму и хочешь с ней общаться. Ты просто уперся. Так вот знай, я ее ненавижу. Она меня бросила. Нет, она меня не просто бросила, она применяла на какого-то мужика. Я это никогда не прощу. Егор, да отвали от меня! Ты с ума сошел? Егор, прекрати! Ну, ударь меня еще! А ты что ты делаешь? Я сейчас тебе все объясню. Это ты ей сказала, где я праздную? Маша тут вообще ни при чем. Это я за ней проследила. Сынок. Не называй меня так. Я тебе никто. Хорошо. Егор, я хотела подарить тебе подарок. И просто посмотреть хотя бы со стороны на тебя. Вы переехали на другую квартиру, и я не знаю адреса. Поэтому я пришла сюда. Мы переехали на другую квартиру, чтобы тебя больше никогда не видеть. Подарки мне твои не нужны. Егор, остановись. С тобой вообще больше не разговариваю. Егор, ты куда? Да отвалите от меня! Вот я дура. Зачем я все это придумала? И теперь меня ненавидят. Маш, он отойдет, он же хороший, я знаю. Что с вами? Скорую? Нет-нет, просто домой меня отвезите, пожалуйста. Да, хорошо, конечно. Аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее. Лен, утка восхитительная. Правда. Значит, смотри. Ну, тут вот документы. Покажешь их своему адвокату. Ну, только ты меня тоже пойми, пожалуйста, сразу все деньги за твою долю в компании я не смогу заплатить. Но я просто разорюсь, там график платежей будет, ладно? Денис, а когда ты все выплатишь, ты выгонишь моего отца с работы? Ну, у нас с Виктором Сергеевичем очень сложные отношения. Но это дело всей его жизни. Ну, хорошо. Пускай остается. Он действительно прекрасный архитектор. Только я под его дудку плясать не буду. Если он готов пойти на примирение, то я тоже согласен. Я поговорю с ним. Удачи. За всеобщее примирение.
Егор? Что случилось? Ничего. Егор! Что произошло? Я нервничаю, мне же нельзя. Ты сейчас должен быть в кафе со своими друзьями. Что происходит? Пап, ты можешь ни о чем не спрашивать и сделать то, что я попрошу? Может. Что нужно? Нужно поехать в кафе к друзьям, оплатить счет и сказать, чтобы праздновали. Я просто должен был уехать. Я деньги вам верну. Так, Егор, пожалуйста, скажи, что там без криминала. Я ведь тоже переживаю. Все в порядке. Просто у меня испортилось настроение. Ты съездишь? Съездит. И деньги отдавать не надо. Спасибо. Ну все, я поехал. Скажи, почему мы раньше не могли все мирно решить? Лен, ну я был неправ. Ты правда так сильно ненавидишь меня и мою семью? Просто смерть отца на меня так повлияла. Я сам себя не узнавал. Тебя обидел. С Машей поссорился. Но теперь все будет хорошо. Ты думаешь? Правда, прости меня. Я очень хочу, чтобы ты тоже кого-нибудь полюбила. Это вряд ли. Любила я только тебя. Ладно, иди уже, не мучайся. Пока. Пока. Как я наелась. Так вкусно было. Я рад, что тебе понравилось. Паша, можно я тебя спрошу? Можно. Но если я не захочу отвечать, то я так скажу. А у тебя есть семья? Ну, братья, сестры, родители. Родители давно умерли. Есть младшая сестра. Нас четко воспитывала. А где она сейчас? Живет в Австрии. Мы редко видимся, но часто созваниваемся. А чем она занимается? Врач. Ух ты, молодец какая. А у нее есть семья? Пока нет. Паша, почему ты не женился? Ты знаешь, как-то не было потребности в семье. Да, я комфортно себя чувствовал в одиночестве. Но сейчас, в последнее время, что-то изменилось. Что? Хочу быть с тобой. Денис Николаевич, вам плохо? Что-то не пойму. Странное какое-то ощущение. Может, вас укачало? Остановиться? Да. Давай, остановись. Скорую звонить? Нет. Давай в нашу клинику. Заместитель главврача. Что-то в глазах совсем потемнело, все плывет. А, поговори сам с ней. Это водитель Дениса Николаевича Долинина. Ему плохо стало в машине. Что мне делать? Маш, а ты чего так рано? Мы быстро посидели.
Что случилось? Тебя кто-то обидел? Мам, я такую глупость совершила. Тихо, тихо, что такое? Слушай, а может съездить в этот поселок, где Макеев родился? Вряд ли он нас там ждет. Да я понимаю, но может кто что расскажет. Ну, в принципе, можно. Завтра выходной. Ты за рулем. Чего я за рулем? Я первый сказал. Ты ждешь кого-то? Сосед, наверное, все время денег занимает. Краснов у тебя? Довольно. Разболтала все, Юрки. Знаю, что у тебя. Зови. Начальник, к тебе. Что тебе нужно? На тебя пришла посмотреть. Посмотрела? Зачем ты Ирине все рассказал? Ты бы сам не решился. Я и не собирался. А что ты бы делал, врал? То, что произошло между нами, это случайность. Это не случайность, и ты это знаешь. Ир, а ты переживаешь из-за расставания с Красновым? Ну, если честно, не очень. Вообще не переживаю. Ну, это хорошо. Почему? Значит, не любила. На счастье. Палате Долинин. А вы кто? Жена. Будущая. Валерия? Да. Я Дашкевич, это я вам звонила. Денис Николаевич сейчас спит. Я не понимаю, что с ним? Утром будут результаты анализов, но похоже на отравление препаратами. Какими препаратами? Все утром. Пожалуйста, езжайте домой, к Денису все равно сейчас нельзя. Я лучше здесь останусь. Послушайте, с Денисом все будет хорошо. Вовремя успели. Нет, ну, вы, конечно, можете поспать вот там, вот на диванчике, но в этом нет никакой необходимости. Лучше поехать домой, принять успокоительное, выспаться, но... а завтра приедете. Да расслабься, свои. Все нормально? Лера приезжала. Я ее отправила домой, как ты и просил. Да. Видишь, как переживает. Красивая девушка. Угу. Видимо, и правда любит. Слушай, Денис, а у меня точно проблем не будет? Я ведь в полицию обязана сообщить. Ну ты сообщай. Сообщай, я потом... Я все разрулю. Серьезно? Слушай, увеличу спонсорскую поддержку. Напишешь, что надо там... Аппаратура, лекарства. Ну, что ты... А вот это спасибо. Составлю тебе завтра вот такой вот список. Ну, только не увлекайся. Угу.
А ты в телефоне долго не сиди. Ночь на дворе. Слушаюсь, доктор. Спокойной ночи. Да пусть что-нибудь пожрать принесут, ладно? Сейчас. Утро доброе. Давно не спишь? Всю ночь. Да полюбуйся. Ир, а почему ты решила работать в полиции? Неожиданный вопрос. Ладно, задам его в обед. Да все очень просто. Отцу назло. Он что, не разрешал тебе быть милиционером? Нет, он хотел, чтобы я была юристом. Чтобы я получила нормальную профессию, пошла работать в Орионленд, со временем вошла в управляющий состав наравне с Денисом. И почему именно ты? Ну, потому что из всех его детей я самая умная. Так он говорит. А еще он считает, что у меня есть хватка. Ну, тут он прав. Схватила, аж не вырваться. В смысле? Кто тебя хватал? Ты сам ко мне пристал? А как не пристать? Умная. Красивая, семья обеспеченная, тем более еще и хватка. Ну, конечно, я тут не устоял. Нет. Алло. Маша, добрый день. Меня зовут Николай. Я муж Маргариты, матери Егора. Что вам нужно? Вы знаете, дело в том, что Рита, она приехала попрощаться с Егором. Она может умереть в любую секунду. Как? Как умереть? Ну, ей предстоит сложная операция. Шансы 50 на 50. Вы не могли бы сделать так, чтобы Егор связался с мамой? Что случилось? С кем ты разговариваешь? Пришлите, пожалуйста, ваш адрес, где вы сейчас находитесь. Я вам еще позвоню. Хорошо. Спасибо, Маш. Маш, чей адрес ты спрошу? Мам, все нормально, не переживай. Это мама Егора звонила. Мам, мне надо уехать. Маш, куда уехать? Короче, звони следователю, Новикову. Скажи ему, что вчера я был у Лены, а по дороге обратно мне стало плохо. Ну, потом больница. В общем, ты сам знаешь, что говорить. Но самое главное, напирай на то, что я не хочу писать никакого заявления. То есть, получается, я звоню Новикову по своей инициативе? Да. А я никак не хочу это афишировать. Все-таки это мать моего ребенка. Но дело-то все равно заведут, ты понимаешь? Конечно, заведут. Разберемся. Звони. Здравствуйте. А Егора можно, он трубку не берет? Здравствуй, Маш. Проходи. Откуда вы меня знаете? Егор фотографии показывал. Что у вас вчера случилось? А Егор не рассказывал? Нет, только он сказал, что видеть тебя больше не желает. Придется ему меня потерпеть. Где его комната? Вон там. Зачем приперлась? Ты что, сдурел? Может, ты совсем? У твоей мамы скоро операция, и она может умереть. Какие-то проблемы с сердцем, врачи гарантии не дают. Она специально приехала и хочет попрощаться с тобой на всякий случай.
Так, погоди, а ты откуда узнала? Мне звонил ее муж и сказал, что... Он не врет? Ну так езжай и проверь все сам. Ведь если это все-таки правда, а твоя мама умрет, ты никогда себе этого не простишь. Егор, надо ехать. Я поеду с тобой. Спасибо, Маша. Ну смотри, у нас тут неподалеку есть каток. Можем на прокат взять коньки. А я не умею. А я научу. А есть какой-то менее экстремальный досуг? А, есть. У нас совсем рядом есть горка. Можем покататься на санках или, как в детстве, на картонке. Ну, так я себе точно что-нибудь сломаю. Или тебе. Давай лучше каток. Полностью поддерживаю. Сейчас, извини. Да. Полякова, ты где? За городом, Валер. Только не говори, что опять что случилось. Звонил Новиков. В общем, если коротко, твоя сестра отравила Дениса. Что? Мы с Красновым сейчас за город едем по месту прописки Макеева, вдруг какая-то зацепка. Поэтому толком я не в курсе, что там произошло. Только знаю, что Новикову звонил Стас. Подожди, я не понимаю, что значит отравила? Денис живой? Где он? Он в своей клинике. Поняла. Выезжаю. Ну что, у нас снова проблемы. Куда едем? Здрасте. Я рад, что вы приехали. Проходите. Здравствуй, Егор. Раздевайтесь. Комната там. Чай попьем? Ой, Егор. Ты лежи, лежи. У тебя правда скоро операция? Это Николай сказал? Да не знаю, как его зовут, и знать не хочу. Я не хотела тебе говорить, но врачи дают отличные прогнозы. Именно поэтому ты приехала попрощаться со мной, на всякий случай. А я верю, что все будет хорошо. И главное, что ты сейчас здесь. Скажи, а если бы не эта операция, ты бы ко мне так и не приехал? Ты что? Конечно, я бы приехала к тебе. На твои 18 лет. Почему именно на 18? Ой, сынок. Слушай, ладно, давай не будем об этом, хорошо? Я же тут тебе... Вот, я приготовила подарок. Выбирала на свой вкус, но... Ладно, потом. Потом откроешь. Спасибо. Ты же посидишь со мной еще? Да, конечно. Ирина Викторовна, а вы что здесь делаете? А я здесь как частное лицо, Игорь Павлович. Пришла пообщаться со своим пока еще родственником. Надеюсь, вы не можете мне этого запретить? Тут вы правы. Не могу. Ну вот. Всего хорошего. До свидания. Павел Андреевич, а я смотрю, вы сильно подружились. Несмотря на то, что недавно познакомились. Ну, такое случается в жизни. А Краснов как? Не ревнует? Уже нет. Даже так? Если вы хотите посплетничать, то это точно не ко мне. А вот я с удовольствием взял бы у вас интервью. На тему? На тему, как вы поймали убийцу Долинина-старшего.
Я смотрю, дело не движется. Слишком умный преступник вам попался. И не таких ловили. Но критику прессы я обязательно учту. Пойду ловить умного преступника. Удачи. Да, да. Здравствуй, Денис. Ну, чего смотришь? Жалко, что живой, правда? Слушай, ерунды не городи. Что у вас произошло? Ну что, приехал вчера вещи забрать, а? Ну, с Леной обо всем договорились, что отдам ей деньги за ее долю в компании. Не сразу, конечно, но постепенно. Потом посидели, выпили. Ну, а в машине мне плохо стало, вот водитель сюда привез. Допустим. Чем тебя отравили? Психотропные препараты. Ну или антидепрессанты, как вариант, подмешанные в алкоголь. Тебе могу копию попросить? Ну так, по-родственному. А ты сам понимаешь, что Лена не могла тебя отравить? Конечно, конечно не могла. Но это я сам себя отравил. Вдвоем вы были? Маша в этот момент была на дне рождения у Егора. Так что она не могла меня отравить. А теперь, если у тебя все, ты иди, пожалуйста. А то мне нужно отдыхать, у меня организм ослаблен. Николай сказал, что они скоро уезжают. Ты еще будешь с мамой встречаться? Да, после школы буду ездить. Только этого Николая видеть не хочу. Я могу с собой ездить. Буду его отвлекать. Спасибо. Маша, извини, что я вчера наорал на тебя. Проехали. Откроешь? Любимому сыну на 16-летие от мамы. Егор. Привет. Лену в том, что она пыталась отравить Дениса. Что? Вить, ну что же делать-то? Ну когда же это все закончится? Так, сиди дома, жди меня. Я еду. Я поняла. Жду. Я пыталась отравить Дениса? Да я бы в жизни этого не сделала. На кону стоит компания. Да мне плевать на нее. Вы что, правда думаете, я убила бы мужа из-за денег? А из ревности? Мне нужны контакты врача, который выписывал вам антидепрессанты. Сейчас. Подождите, откуда вы знаете, что я принимаю антидепрессанты? Стас сказал. А ему Денис. Он видел их у вас на кухне. Денис пока не дает официальные показания, но, видимо, жалеет вас. Но дело по факту покушения на убийство все равно будет заведено. Добрый день. Здравствуйте. Ты обедала? Нет. Иди на кухню, съешь что-нибудь. Елена Викторовна, а в тот день
Вы с Денисом были в доме вдвоем? Да. Тогда вы понимаете, как все серьезно? Те антидепрессанты, которые вы принимаете, схожи по составу с препаратом, найденным в крови Дениса. Есть показания водителя, который говорит, что после вашего обеда они никуда не заезжали. И Денису в машине стало плохо. Я не травила Дениса. Мой вам совет. Сознайтесь. Ваше чистосердечное признание плюс ваше эмоциональное состояние, о котором я обязательно получу официальную справку от вашего врача. Все это смягчит наказание. Позвоните. Хорошего дня. Странно. Что странно? Это новая пачка, и в ней не хватает таблеток. Мам, ты это как-то объяснишь? Маша не сошла с ума. Я не травила отца, это не я. Тогда что произошло? Я не знаю, Маша! Дочь. Ты мне не веришь? Вы все постоянно мне врете, я не знаю, кому мне верить. Паш, мне так неудобно. Я выходной тебя испортила. Ты тут при чем? Да потому что в последнее время сплошные проблемы у меня и у моей семьи. За что нам это все? Ну, если есть проблема, ее надо решать. Само не рассосется. Я все сделаю, что от меня зависит. Мы справимся, слышишь? Не понял. Они теперь вместе, ну, надеюсь. День добрый, пан. Добрый день. Рад видеть. Взаимно. А вы помирились? Проблема у нас общая. Сейчас не до личных ссор. Ириш, я в машине тебя буду ждать. Павел, почему в машине? Пойдемте с нами. Ну, у вас семейные дела. Не хочу вам мешать. Вы наверняка в курсе всего происходящего, так что прошу. Пойдемте. Пойдем. А ты что, знал, что Лена пьет антидепрессанты? Нет, они у нее на кухне лежали. Я сфотографировал, отдал Дашкевич. Но она вписала их состав в анализ моей крови. Ты уверен, что Лену не посадят? Новиков в серьезных следах. Такого не подкупишь. Я не понял, ты что за нее переживаешь? Она тебя не травила, это неправильно. Стас, вообще-то это была твоя идея. Идея была моя, но тюрьма в этот план не входила. Так все, не парься. Выпрем Полякова, Лена напишет отказ от своей доли. Я за мной это дело. Новиков – мелкая сошка. Над ним еще есть люди. Лена, ты точно ничего не пила? Мам, ты тоже мне не веришь? Ты думаешь, что я могла отравить Дениса? Да нет, я просто думаю, а вдруг ты перебрала вот это вот... Блин, ну глупости не говори. А ты хочешь, чтобы я поверила, что Денис сам нажрался этих таблеток с вином? Да ничего он не жрал. Просто подставил Лену. Держи. Там же анализы. Эту клинику долго спонсировал его отец. Я думаю, дал денег какому-нибудь врачу и... Вы извините, что я вмешиваюсь, но если Денис все подстроил, то он скоро выдвинет какие-нибудь требования, а иначе смысл. Какие?
Но требования там одни. Он не хочет делить компанию. И хочет, чтобы меня там не было. Ир, что нам делать? Я пока не знаю. Анализы — это серьезные доказательства. Я пока не понимаю, как их опровергнуть. Слушаю, Полина. Паша взрывник звонил. Заказал очередную статью.